Приветствую всех на нашем канале. Хочу записать небольшое видео, так как уже второй знакомый ко мне обратился с вопросом, как увеличить диск C. То есть детский вопрос, но отвечать одно и то же всем как-то лень. Итак, для начала понадобится скачать простенькую программульку. Ссылка на нее будет в описании на эту программу. То есть заходим на сайт. Скачать бесплатную программу. Это я на рабочий стол. Итак, после закачки. Кстати, данной программой я пользовался и на Windows 7, и на Windows 8.1. В общем, никаких претензий к данной программе нету. Все она выполняла. И вот сейчас у меня Windows 10. Вот Windows 10 у меня стоит здесь. И запустим ее. Так, язык я выбираю русский. Ну, кто хочет, может китайский поискать. Наверное, есть же. Не, не похоже. Ну, не, есть. Что-то такое есть. Там корейский, японский. Я же устанавливаю на русском. Так, здесь оно сходу предлагает для чего-то платную. Платная нам не надо. Принять соглашение, установить. Запускаем, наслаждаемся. Итак, данная программа нам показывает общий размер жесткого диска, диск C, диск D. Но если мы хотим от диска D отнять немного, выбираем его. Дальше изменение разделов. Сокращаю его. Ну, чисто символически хотя бы. Где-то на 10 гигабайт. Получаем незанятое пространство. Так, так, это не то. Выбрали теперь диск C. Дополнительно. Объединять разделы. Выбираем. Тут уже стоит галочка на диске C. Нам надо только добавить, где не занято. Ну и само собой нажать ОК. И пока оно показывает, как оно будет. В каких размерах. Для того, чтобы все вступило в силу, надо нажать на кнопочку «Применить». И программа, после нажатия на кнопочку «Применить», программа обработает выставленные наши данные, перезагрузит компьютер, ну и объединит, естественно. Сейчас я нажму данную кнопочку. При завершении работы программы, несколько раз там еще менялись окошки, нажимаете там синюю кнопочку, что-то вроде ОК. После этого происходит перезагрузка, перепрошивка дисков C и D, то есть времени занимает чуть меньше 5 минут. Ну и как видите, все меняется и полностью без потери данных, то есть диск D все на месте и само собой на диске C все программы на месте. Ну а на этом все. Всем удачи и до следующих видео.